Сегодня последний рабочий день перед праздниками. Нас ожидают сразу три выходных дня. И погода, конечно, располагает к прогулкам на улице и другим развлечениям. Прямо сейчас в парке Универсиады находится моя коллега Софья Питеркина. Соня, что ожидает красноярцев там? Какие развлечения прямо сейчас и чем там люди занимаются? Да, прямо сейчас я нахожусь в парке Универсиады на острове Татышев. Здесь очень много людей, несмотря на поздний час, уже 8:30. Но, видимо, все чувствуют вот это предпраздничное настроение и вышли прогуляться, покушать, потому что вот сейчас я стою на улочке еды. Вы можете видеть, здесь много людей, все едят, покупают вкусности. Здесь можно и блинчики, и шашлычки, и разные булочки, и кофе, и чай выпить. В общем, много всего. На сцене за моей спиной сейчас оператор вам покажет, идет концерт. Здесь поют русские народные песни, танцуют хороводы. Все гуляют, танцуют, развлекаются, веселятся. В общем, мне кажется, уже чувствуется и 8 марта, и Масленица, кстати, здесь нам будет 10 марта. Ну, а прямо сейчас пойдемте немножко прогуляемся, спросим у людей, как у них настроение. Вот у нас стоят тут прекрасные девушки. Здравствуйте, как вас зовут? Настя. Кристина. Расскажите, как у вас настроение? Успели ли что-нибудь попробовать вот из этих вкусностей? У нас отличное настроение. Я второй день сегодня уже гуляю. Вчера мы там пробовали плов и шашлыки. Сейчас тоже, наверное, будем блины пробовать. А вы что пробовали уже? Ну я пока ничего, только собираемся попробовать. Что будете? Что вы будете? Ну, хотя бы блины попробовать. Хотя бы блины. Отлично. Кстати, блины здесь есть с разными начинками. Приходите. Еще раз напомню, 10 марта здесь пройдут масленичные гуляния. Вот, видимо, вот на этом столбу за моей спиной будут как раз-таки сжигать чучело. Но я напомню, что доехать до парка Универсиады можно двумя способами. Лучше всего, конечно, делать на автобусе. Либо доехать до Октябрьского моста и дойти пешочком потом по острову до западной стороны. Либо доехать до площади Мира и по Вантовому мосту прогуляться. Парк Универсиады находится на острове Татышев. Еще раз напомню, прямо после Вантового моста мимо вы не пройдете. Но лучше всего, конечно, позаботиться о том, чтобы не брать с собой колющие, режущие предметы. Здесь очень все серьезно с безопасностью. Кругом стоят проходные металлоискатели. Просто так сюда не попасть. А еще я советую оставить всю еду и напитки тоже дома. Либо съесть их по пути в парк, либо просто действительно оставить дома и прийти и покушать здесь. Потому что с едой вас тоже не пустят. Ну и, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех женщин с 8 марта. Уважаемые девушки, уважаемые наши мамочки, дамочки, я желаю вам только счастья, большого, женского, и пусть вы будете здоровы. Студия. Спасибо, это была Софья Питеркина, прямое включение из парка Универсиада.